Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. У нас в предыдущей серии больше занималась тем, что крафтила, собирала все. Сейчас подождите, почту прочитаем. От мэрии на этой неделе в пятницу и субботу будут проходить ежегодные скачки. Если хочешь принять участие, заранее подготовь ездовое животное. Спасибо, у нас нет лошади. Так, берем ресурсы. И у нас я сделала блендер. Да, я на него насобирала. Вот он. Сейчас мы его понесем. Еще нам надо кросс. Вот я тут штив. Еще не до конца. Шкив. Я его шкив. Штивом называю. И нам надо... Вот на 3 у нас есть, а нам надо 6. Здесь у нас ничего толком не крафтится, потому что у нас нет топлива. Да, надо вот тут. То нам в первую очередь надо сейчас очень много вот слитков вот этих. Пусть вот скрафтится. И здесь, не знаю, сейчас заправится, если... Да, вот заправилась, тоже поставим. Вот так. Все. Вот эти я все по чуть-чуть буду менять, а здесь надо уголь. Ага, поставлю я там уголь, у нас древесины нету. Сортировать все. Так. Значит, мы сейчас отнесем блендер. Пока хранилище ничего я другое не трогаю. Я не знаю, нам его засчитают, отдадут, нет. Если не отдадут, будет весело. Придется еще свой делать. Потому что такое себе. Я за ним замучилась, конечно. Ну что поделать. Да, и надо было какой-нибудь камушек взять. Давайте камушек возьмем. Встретим доктора и дадим ему камушек. Подарим. Ну я пытаюсь еще подношение поднять. Надо вообще глянуть, сколько там. Вот где у нас камушки лежат? Это у нас то, что мы докрафтили. Это не то. И где? Вот. Мы в тот раз ему вот. Вот этот вот давали. Один возьмем. Ну а что? Подарим, если что. Надо же как-то. Дорогое не хочу дарить. Жаба давит. Да, я жадина. Надо еще будет дальше. Ой-ой-ой, Соня, Соня! О, спасибо большое. Минус блендер. Гадины. Эх, что там по заданию надо по записной книжке? Блендер, вернись на родину, пожалуйста. Надо... Туда надо было точильное лезвие. Пойдемте посмотрим. Потому что я себе хочу его. Там всякая фигня делается. А что это? И, кстати, семена надо бы купить и насадить всякого много. Да, и пошла не туда. Господи, какая я молодец. Так, точильное лезвие. Точильное лезвие делается вот тут. Так, сейчас попробуем его по новой собрать. Что там надо-то на этот блендер создать? Что нам туда? Точильное лезвие надо... Простая микросхема и медный слиток. Вроде все есть у нас. Сейчас посмотрим. Должны же мы иметь свой блендер. А то там надо нам. А они взяли и отобрали. Так, медный слиток. Сортировка слитки не здесь. Медный слиток. Что там еще надо было? Память моя короткая. Только смотрела уже. И простая микросхема. Вот. Ну да, логично, это же это, такой инструмент, это простые микросхемы, вот они. Все, ну хотя бы не так сложно, и мы себе сейчас сделаем. Так, потом так, у нас есть блендер. Ну рецепт, видать, цена рецепта сделать. Так, это сюда надо отнести вот это вот. Сюда, медь вот сюда. Тебя, как ты выглядишь? Тебя дома ставят, интересно? Измельчить. Вот сюда сейчас посмотрим. Ну-ка, покажись мне. Ну, небольшой. И что-то его... Куда бы тебя запихать? Да. А, там типа дом считается? Я не знаю, не знаю. Туда не хочется. Давайте мы его пока сюда поставим. Ну-ка. Как ты интересно выглядишь. Ну, как и блендер и выглядит. Что мы тут можем? Красный чай. Магазин. Чай с молоком. Яблочный сок. Яблоки. Восстанавливает, дает эффект. Плюс так, радужный лимонад. Травяной сок.
А, это можно сразу приготовить, и силовой камень, да, делается? Смола. А зачем нам смола сейчас? Закаленная глина. Интересно, мука. Да, вот муку можно поставить в крафте. Сейчас я посмотрю. Так. Оккультуренная почва. Круто, да? Удобрение можно делать. Вот, собачий корм. Нужна мука. Мука. Создать. Нет топлива. Да, сейчас будет топливо. Заправить. Максималка. Так, мука. Создать. Пусть тут накрафтится. Так. Вот так. И знаете что? Давайте-ка мы сходим за семенами. Ой, кто-то что-то хочет. Кто что хочет? Эмили, что ты опять хочешь поговорить? Нет, ну знаешь, чего бы мне? Фруктовый салат. Я за тебя, конечно, рада, но где тебе найду фруктовый салат? Здесь у вот этого чувачка, по-моему, я посмотрела. А вот эту смазку, кстати, купить нигде нельзя. Я вот лазила прям по заброшенной шахте, мучилась и искала именно ее. Мне не понравилось. Так, подождите, а семена у кого покупаются тут, а? У бабушки вот этой? Ну-ка. Магазин фермера. Сейчас посмотрим. Да. Так, это что? Чай. Мука. А где семена, кроме вот этого? А, кстати, тут червяков можно купить и нарыбачить денег. Тмин. Ага. Вот, мне надо хлопок. Пока со скидкой давайте возьмем. Давайте огородом вообще займемся. Шариковые кукурузы. Нифига цены у вас. Она там не это, не золотом покрытая. Если зажать не подходит, может завять. Требуется малая катка. Магазин фермеристу. Можно собирать так. А это что? А это? А что нам туда надо было-то? Не, сажать это, конечно, прикольно. Но готовы это тоже купить круче, наверное. Для, но, е, не, но не... Ага, вот мы ее возьмем. По-моему, тмин надо было. Я не знаю. Деньги трачу, разбогатела, да. А где семена тмина? Так нечестно. Я вот думала, что мне тут семена дадут. Давайте пшеницы еще наберем. Вот так. Надо там вообще огород бы развести. Такой, знаете, массовый такой. Большой. А это что? Это сама мука. Угу. Чай. Чай дорогой, блин, качество какое-то. А вот соль надо. Там готовить много где будет использоваться. На соточку возьмем соли сейчас. Вот так. Яйца пока не буду. Это что? Картофельного фрукта. Кстати, странное название. Название семена картофельного фрукта. Тесто. Это... Так, тмин мы взяли. Что тут еще можно? Я не знаю, когда его сажать, и поэтому не хочу. Тут что-то даже продать можно. А есть? Подождите, да вернись, вернись. Еда, энергия в этом. Ого, тыквенный пирог. Ладно, потратились немножко. Больше ничего интересного тут нету, да? Перейти на приятельницу с персонажем Эмили. Да мы с ней... Это что за звук? А я такую штуку хочу. Дайте мне. Это что? Ай, блин, эти поливалки. Ладно, мы с этим разберемся. Трос, трос, трос. Ждем. Блендер сделали, пока блендер крафтит. Надо, знаете, вот с огородом, я не знаю, то ли его сюда перенести все-таки. Там, конечно, хорошо, но я его там не вижу. А здесь он будет у меня заметен, и я буду собирать. Ладно, я пока я тут поперетащила. Сейчас мы сделаем новые каточки. Я не помню, правда, где делается это все. Вот простая мазь, травяной сок. Тут, кстати, интересные вещи, если куда-то, видать, ходить будет. Ну, добывать. А вот катка у нас где? Вот тут, по-моему, делалась. Будем разводить огород.
Да, к 30-й серии Гуля решилась. Говорит, блин, где она? Плетеная корзина, подушка что дает? Ничего. Мы, кстати, все это можем это. Но это дед. Ой, какая тут интересная. Ой! Ладно, не отвлекаемся. Так. Катка, ты где? Ты же была. Мы же ее сами делали, правильно? Да. Не тут. Но это не в этом. Смесь. Мебели, что ли? Так, мебель это в дом. Деревянная фоторамка что дает? Ничего. Вот малая катка. Да, почва, помет. Дерево. Сколько можем сделать? Давайте 4-5. Сейчас мы ее быстренько поставим. Ну, надо. Что-то я решила, что, наверное, не хватает нам огорода. Во, красота. Вот мне интересно, если я впритык поставлю, будет же, наверное, не очень, да? Так. Ну, как и положено, грядочком сейчас устроим тут красоту полную. Во, и, да, и не открывается. Так, пойдемте сундучки еще перетащим. Запись-то идет, а то я выключаю периодически, чтобы... А, кстати, тут два сундука разве? Сундук, я думаю, я все-таки куда бы тебя запихать-то так, чтобы ты и не открывался мне, как я иду. Давайте, наверное, все-таки пока сюда, сейчас подумаю. И надо все посадить. А здесь я не знаю. Может, а если мы сюда поставим лошадь, она будет считаться? Интересный вопрос, да? Все, давайте. Что у нас тут? Трава у нас тут. Наверное, мы вот я тут буду, блин, думаю, как бы это мед заберем отсюда. Вот это, вот это, вот это и вот это сортировка. А вот все растения мы вот сюда поставим. Мед пока сюда. И что тут еще из растений? Сортировка. Вот так вот. Вот так. Ага. А вот сюда мы сейчас вот будем вот такое все складывать. Вот это и вот это вот все. Сортировка. Сортировка. Ну да, тут надо бы еще сундучок один. Не влазит все. Хотя тут я вижу лишнее. Вот это здесь не должно лежать. Так, соль сюда. Угу. Вроде то, что здесь не это, не положенного нету. И там у нас ружье, по-моему, лежит, да, красуется, насколько я заметить успела. Так, у нас сейчас осень, весна, салат, что-то я там набирала. Весна, пшеница, весна. Вот, надо вот это посадить. И вот это посадить обязательно. Сейчас мы... Тут у нас что растет у нас? Салат лутук. Вспомнила. Сейчас мы сюда посадим хлопок. Вот сюда хлопок. А сюда мы посадим пшеницу. Надо, кстати, посмотреть, что там удобрения как-то делаются. Вот. Теперь можно сюда убрать. Это чтобы не мешалось. Вот это вот сюда. Чтоб туда-то запихать, чтобы ты мне вот. Давай вот это было. А то ставится, меня раздражает. Это у нас... Что тут делаем-то? Мука. Мука. Да, тут мука. И делаем это собачий корм. Так, два собачьих корма и этот хотела глянуть удобрение. А удобрение не тут, да? Удобрение вот. А, слизь нужна. Теперь смотрим по квесту. Так, алло-то так, возле разду нет ли его там? Так, прошайка, если вы его покормите. Куда мы потом эту собаку будем девать? Мука. Где собачий корм? А, он в процессе. Ой, какая я молодец, да? Это мы сюда уберем тогда. А у нас еще и пшеница что-то делает в сумке. Или что? А, мы убрали то, что там готовится. Так, все сделалось тут. Пойдемте. Трос надо сделать же. А я такая понесла, понесла.
Трос делаем. 6 тросов. Принять. Так, все. Время. Успеваем. Все в порядке. Буду стараться такое не брать теперь. Куда нам нести? Строительный материал. Я так понимаю, сюда же надо было, нет? Мы же тут брали. Не поняла. Я не поняла. Где ты лазишь? Я так... Там, я так понимаю, наш чувак лазит, которому мы должны все отдать. Так, он пошел обедать, да? Обедает он, а? Альберт, обедать пошел. Мы тут тебя это... Здесь, что ли? Угу. Ну что, перейдем ко второй части плана, как сделать нашу газету номером один. Мы с Эрвой рисуем все иллюстрации от Луки, но художники из нас никудышные. Я даже получила от Гаста письмо «Больше не рисуйте». Я вот из следующей части моего нам понадобится. Я только за. Замечательно, камеры. Даже в офисе от Ары всего лишь тебе нужно поговорить. Вдруг они знают, как ее сделать. Я за вас рада. Я хочу не камеру. Я хочу отдать строительный трос. Зашла, блин, на свою голову. Поискала Альберта. Так. Не вижу. Не вижу. Так, в исследовательский центр. Это что? Ага. Понятно. Ладно. Что он там делает, я не знаю. Строительство, наверное, занимается. Сейчас мы туда все отнесем. Но вначале мы зайдем в исследовательский, раз мы тут. Камера? Ну тогда тебе не придется ничего искать. У нашего директора есть одна рабочая. Что тебе нужно? Камера? Да, у меня есть. Вы можете мне ее дать? Нет, конечно, нет. Ну, пожалуйста. Знаешь, я тут кое-что подумала. Я дам тебе камень, но только при одном условии. И что это же условие? Мы сходим в определенное место с целью свидания. Чего? Это что сейчас было? А это девушка? Или парень? Я не поняла. Я не поняла. Так, чтобы получить камень, нужно провести с медленно немного времени. Если социальный эксперимент директора не удастся, пригласите ее еще раз на следующей неделе. Ну, спасибо, удружили. Я тут к доктору все пытаюсь подкатить, а они мне... Это, конечно, ученые хорошо. О, у нас тут мост, вот он строится. О, я даже не видела. О, да, я в шоке. Так, вот. Е. Так, посмотрим. То же самое всегда говорит. Минт. Говорить. Так, я не с тобой хотела поговорить. Кто такой? Сегодня опять клонит в сон. Так, газ тут стоит. Хорошо. Мы сделали это. Мы сделали это. Это что? Разместить магазин? Джанго что-то хочет, Эмили. Не хочу я с вами ничего разговаривать. Мы пойдем к песику нашему. А где песик? А песик на карте помечен теперь? Нет? Нет. Не помечен. Но мне надо, да, пока не поздно, пойти и накормить его. Корм, которого у меня нет. Круто я придумала, да? Он же у меня еще не сделался. Я забыла. Господи, как я играю, а? Я просто сама от себя в шоке. Как я играю? Ой, пойдемте заберем собачий корм. Мне честно, вот я не против его покормить, мне ползти туда лень. Я вот замечаю, что да, надо это уже, лошадь. Потому что стало тяжело ходить. Ну, в смысле, далековато становится везде ходить. И, кстати, у нас, по-моему, для этого уже все есть. Сейчас я гляну.
У нас есть ловушка и салат лукум и тмин. Вот я поэтому сюда и взяла. Да, я поэтому туда и брала это все. Ладно, это мы потом сделаем. Мне вначале надо взять корм. Так, ты тут пока ничего не делаешь. Давай-ка я с тобой все-таки муку поставлю делаться. Это выгоднее. Не выгоднее, а нужнее. Вот давай, делай муку. А мы пойдем попрошайку. Где попрошайка? Он у нас выделился? Да. И нам, наверное, вот так выгоднее дойти. Пойдемте отдавать корм попрошайке. Это у нас сейчас что, собака заведется? От нее кормить же надо. У меня постоянно ничего нет. Да, немножко проблемка вырисовывается. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Не дадут же они мне животное убить. Я надеюсь. Обычно в такой игре как-то не похожа она на такую, которую можно убивать. Так что будем на это надеяться и побежали спасать собачку. Угу. Это я по пути. Он у нас где-то внизу был в тот раз, да? Не тут. Подождите. Сейчас мы сориентируемся. Нет, вот тут, да, вот тут был. Не тут, не тут, не тут, а в следующем. Сейчас мы добежим. Вот, да, вон там разрушенное. Только как туда спуститься, не помню. Но я же залазила, значит, туда как-то можно. Вот сюда надо. Сейчас спустимся. Так. Да отвалите вы. Вы для меня не опасны. Это что? Попрошайка. Вав, идем со мной. Ты же хороший пес. Я отведу тебя к Полли. Ага. Как мы вылазили? Хороший вопрос, да? А, тут можно. Вот спокойно вылазим. Собачку, надеюсь, они не обидят. Потому что мне главное, чтобы они собачку не обидели. Да хватит пуляться, ёпарасоте. Пойдем, песик. Ты главное не тормози, они на меня агрятся, а ты иди. И вниз не упади. А то я не знаю, как оттуда вылезти можно. Во. Идет. Оля, это где? Все. Попрошайчик, я так рада тебя видеть. Он стал таким большим. Чем же он так питался? Там была пара старых артефактов, где хранилась еда. Даже не знаю, может, он и съел что-то. О, попрошайчик, ты сбежал, потому что нашел еду получше, чем у нас? Наверное, нужно было тебя оставить там. Гав. Просто шучу, я рада, что ты вернулся. Спасибо тебе еще раз за помощь. Может, попрошайчик просто собака, но мы с ним друзья. А, я думала, нам отдадут. Ну ладно, отношения зато повысили. Все. Пойдемте, мы успеем? Ага, не успеем. Я задание забыла гильдии взять. А они, по-моему, уже все. Сейчас добегу, если, то, может, успею. О, сколько? Что тут у нас? Так, одна башня моста. Они все одинаковые. Ладно, берем. Берем. О, мне еще и добавили чертежи. Поглядим, давайте. Так, задание-то мы взяли. Записная книжка. Ого! Так, нам надо вот этого много. Так. Присадочный прутик. Точильный станок надо.
много-много железа и много-много слитков углеродистой стали. По календарю что-то есть? Что? Это завтра у нас это заканчивается. Короче, писец. Я думаю, я на этом серию это закончу. Сейчас пойду крафтить все это, собирать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.